мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Уже штук 20 пролетело. Точно російські. Прямо над котами. Братский народ, пидорасы. Самолет. Роддом. Какая жесть. Закрийте небо над Україною. НАТО, закрите 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 небо над Україною.